номер 30. Аттестаты лично вручил глава городского округа Дмитрий Волошин. Впереди самый важный и ответственный этап – выбор учебного заведения и будущей профессии. Дорогие друзья, для вас открывается новое окно в вашей жизни, новый путь. Это действительно интересная задача, которая стоит перед вами. Я надеюсь, что вы будете такие же результаты показывать в своей будущей профессии, как вы показывали в учебе. И большие слова благодарности примите, пожалуйста, дорогие учителя, за ту работу, именно неформальную, за тот труд. С добрыми напутствиями к выпускникам обратились почетные гости. Это депутат Московской областной думы Михаил Раев и депутат Государственной думы России Ирина Роднина. Не бойтесь. Не бойтесь оступиться, не бойтесь ошибиться. Мы все через это проходим. Только одни теряются при ошибках, а другие еще лучше встают, поднимаются и достигают больших результатов. Хочу вам пожелать именно высоких результатов, те, которые вы перед собой ставите. И чтобы все эти результаты были на радость вам, вашим родителям и, конечно, стране. Вчерашние ученики с трепетом ждали свой выпускной и приготовили творческие номера с благодарностью к школе и педагогам. Давайте вместе не будем забывать. Здесь была моя первая любовь. Здесь были мои первые друзья. Здесь были мои первые ошибки. Здесь были мои страхи и мечты. Здесь были лучшие мнения в разливе. Здесь прощаются со школой 33 одиннадцатиклассника. Большая заслуга их успешного окончания, конечно, принадлежит учителям. Сегодня для нас немного грустный момент, потому что наши дети замечательные, самые лучшие, покидают родные стены школы МБУ СУШ номер 30. И у нас выпускаются сегодня 1-11 класс в количестве 33 детей, учеников, и 3 девятых класса в количестве 96 детей. Сегодняшний день для выпускников наполнен разными эмоциями, от грусти до радости. Ведь они прощаются со школой навсегда. Впереди другая взрослая жизнь. На самом деле очень трогательно. Не хочу прощаться со своими одноклассниками. Вроде бы тут уже 9 лет учусь. Очень грустно. Волнительно очень сильно. И я рада. Есть грусть, что мы заканчиваем 11 класс, кончаем с такой порой. Но мне кажется, что дальше будет только лучше. В 11 классе 4 медалиста. Это высокий результат. Такими, как Оля Головачева и Алина Пашутина, гордится вся школа. Я очень рада, что так сложилось, что мы успешно сдали экзамены. В общем, все прекрасно. Мне кажется, наша организация на высшем уровне сегодня. Мы рады, что сдали ЕГЭ наконец-то. Это был тяжелый путь и очень тяжелый год. И вот сейчас мы здесь и радуемся каждому моменту. Всего в Химках в этом году более 1100 выпускников. Елена Тараненко, Руслан Сафин, Софья Ткаченко. Новости Химки ТВ.